О, кексик, о. А он не убивает, пацаны. Наверное. Лёш опять. Да-да, он не может убивать. Это добрый кексик. Что такой звук тарелочки, когда он прыгает, да, пацаны? О, на голову тебе прыгнул. Да, это добрый, видите? Ого, у него зубы. А ну, засунь руку туда ему. Ап. Ай! Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Гусанёк, Колбаса, Форум, пацаны, поздоровайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Сегодня у нас очень классная рубрика «Аниматроники пугают охранника». Картов FNAF 7, и сегодня мы скачали новых классных аниматроников с части FNAF 4. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Я слышу уже аниматроника, он уже идет. Да, он взял маленького Фредди, вон он. Ну да, я повыглядываю. Он с правой стороны. А с правой стороны идет, хорошо. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день, он уже пришел. Выходите все, выходи. А он ходить закрой не может, его. Он просто сидит, он да? Он тэпается, да. Офигенный аниматроник. Вроде добрый. Так, тут что у нас, ничего нельзя понажимать? Ой, это не беги. Добрый. Вроде бы все живые. А! Мать моя женщина! Я так дернулся, чуть микрофон не откусил. Ты вообще неадекватный аниматроник, сильно напугал меня. Закрывай! Я успел, я успел! А что это с ним? Воу! Да он его колбасит, пацаны, его крутит. Исчез. Исчез. Появился. Не забываем подписываться и ставить лайкосик. Это очень важно для поддержки нашего канала. Он уже с этой стороны? Нифига себе, он быстрый. Ребята, если вы хотите с ним пообщаться и классно провести вечер, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. А чего он так быстро передвигается? Не знаю. Это неадекватный. Опа, он тут. Уже там? Он тут. Нету. В офисе. Или нету его здесь. Я его не вижу. Вот он в офисе, да. Да. Блин, это жесть. Он может под полами, короче, передвигаться? Или что это за фигня? Да. Я вышел. Он тут! Быстрей, 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 быстрей! Двери. О, я успел закрыть. Блин, ребят, это очень стрёмно, когда он сзади бежит. Вы можете ли появиться в любом месте? Ай-яй-яй. И пробежал мимо. Убил наших пацанов. Он за двоих замочил. Какой-то неадекватный аниматроник. Здесь открою. Чика, гляньте. Блин, они очень страшные. Это он как бы пугает, но на самом деле он не убивает нас. Визуально. Зубы такие. На, попей. О, ушла. Так, там никого нету. Он тут стоит. Да не, вроде нету его. Вот, вот, вот он, закрой. Да я ж не закрываю, не открываю. Форум. Готовлюсь. Да хорошо. Тащим. Гляньте, кексик. О, кексик, о. А он не убивает, пацаны. Наверное. Лёш опять. Да-да, он не может убивать. Это добрый кексик. Что такой звук тарелочки, когда он прыгает, да, пацаны? О, на голову тебе прыгнул. Да, это добрый, видите? Ого, у него зубы. А ну, засунь руку туда ему. Ап. Ай! Я думал, уже не убивает он. Нет, он злой. Да это не злой, это неадекватный. Так, пошел отсюда, щенок маленький. Он сейчас еще раз убьет, кого-то надо подальше отойти. Он не может, короче, пацаны, выпрыгнуть никак. Слишком широкий. Ты че, широкий сильно? А сколько у него жизни? А, много жизни. Чего у кексика так много жизни? Так, это хорошо, что он ушел. Это псих какой-то. Дим, осторожно, он справа. Я смотрю. Главное, ты смотри. Ползет. Слышали, да? Там сверху ползет кто-то. Нет, это он с правой стороны. Он просто ползет. Что за звуки такие? А, вот. Бежал налево. Так, если он может ползать, значит, он может по вентиляциям лазить? Да. Так, форма, ну дай я повыглядываю. Давай, а вот, давай. Гляньте, он слева. Вдали, вдали.
Где? Вон вижу. Опа, осторожно. Да не идет пока. А! Идет. Я успел. Извини, обстоятельства. Я успел закрыть двери. Ой, собака. Спасибо. О, Гон там двери шкрябает, смотрите. Новые двери купили вчера. Эй, мы ремонты поделали. Офигенная анимация. Убежал. Двери закрыл. Нет, он еще там. Опять шкрябает, смотрите. Вы слышите этот звук, да? Да. Да. Когти точат. Эй. Что за звук? Гусанек убил кого-то. Так. Есть? Он вдали. Вон там вот, спереди. А я успею, если что, убежать? Я тебе не буду себе мешать пройти. На меня. Саня, не убивай. Ой, Фокси, Дим. А где Фокси? Я слышу скрип какой-то. А, вот он! Справа. Быстрей! Ой-ой-ой! Хорош, я запрятался. А где ты? Он меня не видит. Быстрей! Он сзади меня! Не успел. Блин, скример стрёмный. Мне будет сегодня ночью сниться этот аниматроники. Смотри, не обкакайся. А вот идёт Фредди. Фреддер. Ого, он ржёт. Неадекватный какой-то. Так, я отсюда его повыглядываю. Если что, я успел убежать. Вот он, слева. Я его вижу, пацаны. Эй, чудик. Дай посмотреть. У него ещё такой цвет серый. Необычный. Глянь. У него даже анимация есть, как он по дверям стучит, да, пацаны? Ну, как будто бы обнимает двери. Или пытается обнять. Кого-то бьет, чешагает. А что он там делает? Он с дверью играется. Пробуй ему подсрачника влепить. И убежать! Подсрачник не убежал! Да быстрей! Ой. Он не ушел никуда. А вот он стучит, смотрите. Есть, я успел закрыть. Блин, ребята, была на соплях. Фух. Он опять тут стучит. Смотрите, что он делает. А чё он такой какой-то серый? Он загоревший, что ли? Да, о, убил наше. Так, пацаны, я сегодня прям хорошо выживаю. Не сильно страдаю. Опять стучит. А скример желтого аниматроника. А я возле Сани стою, он меня не видит. О, другой пришел. Вот этот раз просто Фредди кошмарный. Блин, вот это смех у него зловещий. Так, смотрим, бежит, не бежит. Да не, нормально, я успею. Он бежал. Там вроде бы нет уже. Ой, Саня, ты че спрингтрап? Это что за звук? Прикольный звучара. Убил нашего. Колбасу убил. Он вот справа. Бежит. Маленький телепиздрик. Прости, пожалуйста. Все, его нету. Открывай дверь. Он зашел! О, я на стол залезу, чтобы он меня не убил. Ой, телепиздрик не достает. Классно разговаривает. Ого, он стрёмный, ребята. А, он вроде не убивает. Он добрый. Убивает, меня убивает. Он добрый. Ой, нет, не добрый, он Дим. Смотри, что он делает. Он подо мной. Так, да, надо быть внимательным. Так, он здесь, я за ним слежу. Он говорит, давай поиграем. Пошел. Да. Открой, он не может выйти, пацаны. Да, да. Силенок. Слава богу, он нас не убил. Ого. Вот это у него что, глаза иди. Стрёмные. Хелабрин. Обострался. Он боится нас. Ладно. Я знал, что мы очень классные охранники. Нас никто не может убить. Блин, ого! Что это за звук? Да и вот, смотрите, стоит здесь. Я его по спине надаю монтировкой и текать. Так, сидим. Лень вышел. Дим заходил. Я зашел!
Непонятно, когда он убивает, а когда нет. Это очень как-то Саня, пока. Необычно. Так, все. Гранатами забросали, да, его? Да, я. Вот он с этой стороны. Я его слышу. Ого! Да, осторожно ж, пацаны! Так, он пошел в эту сторону. Убил. Ибо нефиг ходить, где попало. Он опять с этой стороны. А что он говорит, вы знаете? Если скажет, то не привезти. Но я не слушаюсь. Я смотрю, я с левой стороны. Оля, бежит. Ой, нет, он же злой. Опять эта копейка, ой, этот, копейка пришли. Капкейк. Пацаны, зря вы туда идете, он вас сейчас замочит. Там эндоскелет. А вот он. Он бежит до меня. Беги, беги, беги. Закрывай. Бели. А вот он пришел. Опять нам дверь. Да не шкрябай. Купил только новые. Он ломает нам пиццерию, пацаны. Кто оплачивать будет? Аниматроники. Так, Дим, что ты там делаешь? Нет, нет, нет. Я открыл эту дверь. С черной штуковины. Давно я этого не делал. Все, пацаны, мы сейчас затащим. Кто смеется? Да аниматроники. Где мы убегаем? Да не, не надо, еще рано. Еще черная стена не идет. Когда же будет подходить, тогда будем бежать. Опа. Вот это полоски чернючие. Что за бенди и черная машина? А где стена черная? А вот она. Нету еще. Ой, тут сами. Беги. Ай! Идет, идет, проходи, форум. Что ж ты стоишь? Бежим. Так. Я буду еще посредине стоять этой черной стены. Смотрите, поглощает все на своем пути. Полностью все. И аниматроников тоже. Мы пожертвовали собой, чтобы убить их. Все. Ну и себя все, тоже. Нет, смотрите, еще нормале. Так, вот центр как раз. Буду знать, где центр этих штуковин. Все. Ой, ой, ой. Ой. Да не бейте, не бейте! Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока!